Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня с рубрикой «Мотивация на готовку». Хочу предложить вам салатик приготовить. Все вы его знаете, все вы его готовите. Это обычный винегрет. Обычный, но необычный. Предложу вам очень вкусную заправочку для этого винегрета. И готовить мы с вами будем с маринованными овощами. То есть капуста и огурчики будут маринованные. Заодно вам покажу два рецепта, которые у меня есть в плейлисте «Консервация». Это маринованная капуста от Татьяны и маринованные огурчики по-фински. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали! В принципе, самый простой салат, какой можно придумать, да, и самый дешевый, потому что овощи у всех свои, у большинства это точно. Даже если купить в магазине, то они все равно дешевые. Картофель и морковь я порезала кубиком. Значит, овощи у меня все запечены в духовке. Вот такое вот количество свеклы по отношению к моркови и картофелю. Лук. Половину луковички взяла, просто кубиком тоже порезала. Сейчас пока давайте замаринуем свеклу. Просто растительным маслом, столовая ложка масла. И все это дело перемешаем. Зачем это дело? Ну, мало ли, молодые хозяюшки не знают. Для того, чтобы когда вы все вместе смешаете в салатнике, то сразу все овощи не стали такие ярко-красные. Вот. Тогда свекла, ну, не будет, как бы сказать вам, сильно окрашивать овощи в красный цвет. Вот. Будет все пестренько, разнообразно. Так, значит, самое главное, наверное, зачем я вам стала показывать винегрет, да, все же его умеют делать. Это я вам хочу показать еще свои раз заготовочки. Значит, я сегодня буду делать винегрет с маринованной капустой. Это маринованная капуста от Татьяны. Я делаю в 3-литровых банках и вот в таких. Сразу спросят, рецепт у меня многие видели, многие уже делали и довольны. У кого-то получается, у кого-то нет. Но это, мои дорогие, еще зависит от того, правильно ли вы все делаете по рецепту. Сейчас скажете, у вас в литровых банках вы даете в 3-литровых. У меня набита рука. 30 с лишним лет готовить одно и то же, уже рука набита. Вот. Сейчас я попробую открыть. Так, кое-как открыла. Вот эти вот открывашечки все у меня есть. Сейчас я вам покажу. Вот эти вот. Но они все не подходят на эти банки с широким горлышком. Так. Вот такая капуста получается. Сейчас я ее в тарелочку. Где-то длинненькая, где-то не очень. В общем, это уже дело хозяйское. Как вы хотите. Хотите, можете ее порезать еще помельче. Я нет, я так и оставляю. Вот, возьмите столько, сколько вы хотите. Как вы любите. Винегрет, маринованная капуста подойдет как нельзя кстати. Так, вот смотрите, какая она получается. Кто-то спрашивал у меня, что ну, серая или белая. Ну, цвет она немножко, конечно, теряет. Когда стоит, все равно она будет сероватая, потому что идет все-таки реакция. Это маринование. Все равно здесь присутствует уксус, сахар. Реакция идет. Естественно, цвет немножечко поменяется. Капусту открыли, отставляем в сторону. Сейчас давайте откроем баночку огурцов по-фински. Тоже рецептик есть у меня на канале. Заходите, смотрите. Рецепт выкладывала прошлый год. По-моему, да, прошлый год. Огурчики получаются очень вкусные. Очень тоже хрустящие такие прямо. Огурчики маринованные. Вот. Огурцы я, конечно, сейчас порежу кубиком. Так, выложу прямо на доску. Так, ну вот, все приготовила. Можем собирать салат. Значит, отправляем свеклу. Сюда же идут картофель и морковка. Сюда же идет лук. Я лук не мариную, ничего не делаю. Кто-то маринует, я знаю. Я нет. Мне надо вот эту остриночку, чтобы она была. Сюда же идет маринованная капуста у меня. Если сок попадет, ничего не страшно в этом салате. Сюда же огурчики пошли. Так, сейчас давайте сделаем заправочку. Значит, я беру, наливаю сюда масло. Ну, сколько на это? Ну, вот так вот, ложечки 3.
Отправляю сюда немножко соли, буквально пол, ну, может быть, чуть поменьше, 1/3 чайной ложки. 1/3 чайной ложечки отправляю сюда сахара. Немножко добавлю для остриночки 1/3 вот чайной ложки горчицы, вот такой вот острой. Так. И сегодня буду добавлять еще горчицу вот такую в зернах. Вот она, французская горчица называется. Так, все перемешиваю. И вот этой заправочкой будем заправлять салат. Я обязательно сейчас все это дело поперчу. Так, перемешиваю и отправляю сюда всю заправочку. Все. Сейчас все вместе перемешиваем. Обязательно попробуйте на соль. Если что-то досолите, потому что огурцы соленые, капуста тоже соленая. Ну, естественно, мы заправку присолили. Поэтому попробуйте, как вам будет, вкусно или нет. Все перемешиваем. Это очень вкусно. Я уже попробовала. Берем красивый салатник и выкладываем в него. И вот смотрите, как красиво у нас получается, когда мы заранее замариновали свеклу в растительном масле. Кстати, я масло использую вот такое горчичное, мне очень нравится. А вы можете использовать любое, какое вы любите. Можете оливковое, можете кукурузное, какое вам нравится. Вот эта вот горчица в зернах придает такая пикантность, у нее появляется у салатика, очень вкусно. Попробуйте, я уверена, что вам понравится. Смотрите, какая красота. Надеюсь, моя мотивация на готовку смотивирует вас приготовить на ужин вот такой вот вкусный, незамысловатый винегретик. Это будет и вкусно, и полезно. Хорошего вам вечера и приятного аппетита! Смотрите, какой красавец винегретик получился. Я думаю, что я вам дала идею, да, к ужину приготовить винегрет. Как говорится, дешево и сердито. И полезно, и вкусно. Попробуйте, приготовьте с маринованными овощами. Он придает такую пикантность, очень вкус оригинальный получается. Попробуйте, приготовьте, если вы еще не делали, с маринованной капустой и маринованными огурчиками. Вот такая вот красота у нас сегодня на ужин. Еще больше рецептов заготовок у меня в плейлисте «Консервация». Я вам сразу под видео оставлю ссылочку. Заходите, сейчас как раз есть время выбрать то, что вам по душе, то, что вам нравится. У меня там очень много рецептов и маринованных, и квашеных, различных самых заготовочек. Выбирайте по душе все, что вам нравится. А если вам понравился рецепт, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока!